Всем привет, народ! Вы на канале Мясские бани и сауны. С вами правда Максим. Сегодня у нас ролик для тех, кому нужна баня сегодня, сейчас, короче, срочно. Первая баня в этом сезоне, которая у нас есть в наличии. До этого все только под заказ. В общем, мы тут маленько промахнулись и печку не с той стороны поставили. Но это будет бонус, прикольный бонус для тех, кто хочет баню именно сейчас. Теперь немножечко расскажу про саму баню. Длина ее 5 метров. Баня-бочка стандартного диаметра 2,20. Здесь у нас на торцевой стеночке вентиляция под полоками, которая и ответная часть от второго дыхания. То есть этот клапанок регулируется, его можно как открыть, так и закрыть. Длина, ну, обратную сторону этого покажу еще снутри. 5 метров, кровля у нас финская черепица. Цвет бани Орегон, покрашена немецкой краской, краска Дюфа. Здесь у нас с лицевой части расположено термоокно, окно точнее из термодревесины. Размер его 40 на 30, находится оно в кровле. Боковой портал у печки, печка ИО, наружная топка, дверка чугунная, колосничок. В общем, все как полагается. Боковая дверь сбоку, точнее, светильничек влагозащищенный. И с этой стороны у нас тоже стоит евроокно. Цвет такой же, как и у двери. Темный дуб. И выходное отверстие от второго дыхания. То есть оно закрывается. Можно им же закрыть и снутри. Я возьму этот... закрывашку, этот клапан, и покажу еще снутри, как оно работает. В общем, входим внутрь бани. Дверь, евро-дверь, цветной пластик со всех сторон. То есть это изначально цветной пластик, оклеенный еще пленкой. То есть выглядит симпатично, не так, как белая дверь, когда оклеена пленкой, и вот эти белые торцы, ну, мне очень не нравится. Так выглядит органично и красиво. И практично. Заходим внутрь. Здесь у нас включается свет. Достаточно приличная комната отдыха. Размер ее 2,5 метра. Диаметр, повторюсь, еще 2,20. То есть диаметр. Располагается здесь компания. Ну, 6 человек здесь прям в развалочку. Таких крупногабаритных товарищей может сесть спокойно. Есть у нас окно, евроокно. То есть оно поднимается и фиксируется на цепочке на нужной высоте. Здесь неудобно мне с этой стороны. Вот так вот. Ну, например, на этой высоте. Сидим за столом, никому ничего не мешает. Можно поставить какой-то предмет. Например, это кружка там с чаем. Ну, у кого с чем кружка. Ставим. Все, то есть открываем, закрываем, ничего со стола не сгребаем. Стол, по-моему, 1,40 м длиной. Внизу у нас обогреватель, его можно включить при необходимости для быстрой растопки бани в зимний период. И второе дыхание, выключатель от второго дыхания и ответная часть. Не знаю, видно сейчас, не видно будет. Ну-ка я вот так вот расположусь. Вот, здесь можно закрыть клапан отсюда, и у нас вылетает весь отработанный воздух на улицу. Если мы открываем здесь и закрываем там, то у нас идет автоматически подогреваться, начинает автоматически подогреваться комната отдыха. Это, опять же, для зимнего периода и при необходимости. То есть, если нужно быстро нагреть, включаем печку, затапливаем печку, включаем обогреватель, закрываем наружное отверстие, и у нас циркулирует воздух только в бане, в парной, в комнате отдыха. Когда мы нагрели уже комнату, открываем здесь клапан, точнее, открываем с улицы, ставим его сюда, и у нас получается вылетает весь отработанный воздух, чтобы не перегревать комнату отдыха, уже на улицу. Что мы видим здесь еще? Здесь у нас открытый шкафчик, то есть, ну, без дверки, в открытом типе, сами видите полочки, то есть все достаточно удобно. Здесь можно хранить венички или грязную одежду, то есть там полотенце, там еще что-то, кому что удобно. То есть достаточно функционально, просто и понятно. Когда дверь находится сбоку, таким образом пользоваться баней становится намного удобнее. Когда человек заходит с улицы, он может зайти сразу в парную, либо пройти за стол,
Либо также выходящий из парной, он может выйти сразу же на улицу или пройти за стол. То есть не мешает, ну, люди друг другу не мешают. Когда в торце находится дверь, стол получается у нас либо справа, либо слева, то есть есть свои неудобства. В общем, вот такое расположение двери. Входим в парную. Дверь у нас здесь матовая, стеклянная, бронза, на трех петлях. Алюминиевая ручка со стороны комнаты отдыха на мощном магните. Слышите, какой звук, да? Прилипание. Очень мощная тема. Снутри ручка уже деревянная. Входим в парную. Здесь тоже достаточно она просторная. Длина ее 2,5 метра. Диаметр, повторюсь, 2,20. Г-образный полок с выдвижным нижним полком, который можно на любой нужной для вас ширине остановить и пользоваться как на полной. То есть здесь можно поставить тазик или просто там детишки, грубо говоря, присесть, ну, в более низкой температуре. Также удобно парить. Задвинул, подошел вплотную с полком, и можно человека совершенно спокойно парить. Здесь же мы видим систему второго дыхания, благодаря которой, спасибо точнее Ивану Бояринцеву за такую нужную вещь, придуманную для бани. Я считаю, это вообще незаменимая вещь в бане. Просто офигенная. Ложится человек на полок. Попробую изобразить. То есть вот ложится человек таким образом, направляет к себе трубу, причем ее можно отрегулировать, то есть смотря где я лежу, как мне удобно. Это можно делать даже занимаясь самопарением. То есть этот человек может совершенно один. Вот и сейчас мне поступает ровно в лицо, прямо к носу, к рту, свежий воздух. Это очень реально удобно. Вроде тоже никаких проблем не составляет. Есть любители, которым не нравится второе дыхание по разным причинам. Кто не понимает, то не пробовал. Есть традиционная форточка. Можно открыть, высунуть сюда голову. Можно точно так же, ну, изначально вениками накрыться. И так же само можно пользоваться, когда человек лежит, то есть открыв форточку, можно холодный воздух накладывать на него веничком, то есть охладить между процедурами. Вот такая вещь, и это, и вот эта вещь обязательно и нужная. Теперь еще один девайс. Это бак для холодной воды. Делаем мы их уже давно, они зарекомендовали себя. Очень удобная вещь. В закрытом положении это полок, на нем можно сидеть, лежать, все что угодно делать. Когда мы открываем, здесь у нас доступ к холодной воде, так как бак находится ниже сидушек нижних, то есть он находится в холодной зоне достаточно и очень-очень долго нагревается. Пользоваться им тоже так же легко, как открывать, так и закрывать. Самое главное, здесь стоит, можно обратить внимание, отбортовка. То есть сюда вода грязная не попадает. И сам бак выполнен в такой немножко выпуклой форме. То есть все, что туда сквозь доски попадает, все стекает в любом случае по бортам. У крышки есть своя крышка еще, естественно, которая не позволяет попадать влаги в чистую воду. Ну, грязной воде, поту и прочего, и прочего. Сам бак установлен на вентзазоре, то есть он не касается пола. Единственное, здесь вот за планкой он упирается в пол. Все, в остальных местах он висит, что позволяет проветриваться этому баку. И забор воздуха второго дыхания происходит тоже за баком, вот здесь вот эта щель специальная, и там есть отверстие, откуда высасывает воздух из парной. Собственно, почему и работает второе дыхание. Дальше у нас на потолке кедр, сделанный кирпичиками, корабельная укладка, в общем, называйте кому как нравится. Так, что у нас еще? Ну, это увеличивает толщину, естественно, убирает смолу и прочее, и прочее. То есть толщина свода здесь получается 70 миллиметров. Это, ну, для бани бочки это достаточно много. Более чем хватает, в принципе, для любого региона Российской Федерации. Еще раз про окошечко. Окошечко выполнено из термодревесины. Оно не подвержено усадке, влиянию влаги. То есть оно не расширяется, не сужается, как древесина обыкновенная. Потому что она высушена особым образом. В общем, очень практичная вещь. Одна из самых долговечных из дерева. Добрались до печечки. Печка у нас, как вы видите, ИО. Она же и десяткой называется в простонародье. В общем, талькохлорид.
50-й кирпич, толщина вот этого талькохлорида 50 миллиметров, это очень толстый талькохлорид, что позволяет создать огромный аккумулятор тепла. Вот эта масса всей печи, снаряженная камнями, и сама печка весит 400 килограмм. То есть здесь камни, закрытая каменка из нержавейки. Вот вороночка от нее. Здесь все тоже закладывается камнями. Внутрь закрытой каменки укладывается нефрит. Все это идет в комплекте в цене этой печки и этой бани. Также она сделана, защищена, точнее, огнеупорным материалом. Называется минерит или флама. Кому как тоже нравится. В принципе, одно и то же. И стоит у нас теплообменник. Очень нужная вещь, то есть для бани именно, потому что в такой системе практически не закипает вода. Мы сюда заливаем, ну вот в бак для горячей воды мы заливаем воду, и по системе сообщающихся сосудов она нагревается чуть-чуть дольше, чем в натрубном баке самоварного типа, но зато она не кипит. Ну или практически не кипит, потому что она охлаждается вот именно в баке здесь. Охлаждается для того, чтобы закипеть, но не становится холодной. Она здесь реально кипяток. И пользоваться достаточно удобно. Открываем кран, набираем воду. Можно подать также, можно в тазике или еще куда-то набрать. Ну, наверное, все рассказал. Единственное, еще вот, ну, жаропрочный светильничек. В принципе, вот такая вот банька. На 2020 год, на нынешний момент, конец сентября. Я не знаю точно, когда этот ролик выйдет. Эта баня стоит 375 тысяч, она есть в наличии, так что, когда вы смотрите этот видеоролик, я не знаю, есть ли она на тот момент, но в данный момент, сентябрь 2020 года, есть в наличии 375 тысяч, обращайтесь. В общем, кому зашел видос, палец вверх, подписываемся на канал, пишем комменты, колокольцы, бубенцы обязательно отжимаем. Ну, всем с легким паром и всем пока!